В этом году Генеральная конференция Международной федерации библиотечных ассоциаций пройдет в столице Финляндии. 14 февраля Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова познакомила своих коллег с историей и культурой этой страны. Финляндия достаточно продвинутая страна по библиотечным технологиям. Есть чему учиться, есть что позаимствовать. И я надеюсь, что сегодняшняя встреча, знакомство с нашими финскими коллегами, ну, такое будет очень полезным для обеих сторон. Министр посольства Финляндии в Российской Федерации Мика Хаутала выступил с краткой лекцией по истории Финляндии как независимого государства и части общего европейского пространства. Переводчик и литературовед Елена Дорофеева рассказала о становлении национальной финской литературы, видных писателях и поэтах этой страны, а также о воссоздании Калевалы, карело-финского народного эпоса. Своеобразие и красота природы Финляндии нашли свое отражение в документальном фильме и выставке работ фотографа Павла Семенова «Палитра Скандинавии». Основную часть мероприятия составило выступление директора городской библиотеки Хельсинки Майи Бёрнсон. Она рассказала о том, как работают библиотеки Финляндии сегодня и тех масштабных проектах, которые только предстоит реализовать. Нам бы хотелось переместить внимание с книг на пользователей. Безусловно, все ресурсы, которыми библиотека располагает, важны, но именно пользователи создают атмосферу библиотеки. Своими задачами библиотеки Финляндии видят оцифровку фондов, организацию удаленного доступа к своим ресурсам, гармоничное сочетание традиционной библиотеки и новых технологий. Основная же цель – сделать жизнь людей богаче и интересней.